А от и борщик. Готовый. Да. Ну только. На вкус не знаешь. Ну пахнет. Ты не знаешь, что там вы вытягиваете петуха чи курицу. Ну да. Ну пахнет красиво. Гиля, ты будешь борщ? Ну це ж. А сметанку. На дровишках, мам, посмотри. Филе надо это, бургер. Да Нюша, да ты нас смотри, как бы камеру снимаешь. На дровишках. Филе возле базара такой снимал. Ух ты, ты видишь. Классно. Снимаешь. Ретро. То сейчас будет ужин. Ретро. А зачем? Это для эфира изображения. Накрыли стол. Сейчас будем. На призве. Вон возле березы. И будем сейчас ужинать. Ну борщ. Украинская страва. А украинская страва. Сейчас будем куштувати. Тут, правда, главный казак снимает, не видно его, но будет скоро. А не знаю, что это надо уметь. Сейчас поменяю. Сейчас Дане потом дам, когда сядем. Камеру не говори, что ты не знаешь. Да что ты? Это ж просто так. Мы там пол кабана кинули. Всех курей половили. Курица, да, домашний бройлер. Ну пахнет, слушай, ну пахнет серьезно. Надеемся, нам все нормально. А там фотосессия идет, конечно, ребята снимаются. Ну что, все? Это... Я с ложки отнесу. А ты жидкость можешь выпить, ты саму жидкость? Жирная, а не хочется. А где Джози? Куда? Давай зови, он тоже будет кушать. Господь наш Бог, преклоняй всех при Твоим величием, благодарен, что милостивы над нами до этого часа, мы храним и Тобою, Господь, полный благополучие. Слава Тебе, слава Тебе. Что имею силы, здоровья, Господь, хлеб насущный за нас, наши дети с нами, слава Тебе, Боже. Помилуй дальше, храни в руке Твоей Господи, дары пищи, святи, удостой, принять чувство умоления Тебе, посвящу всю славу в небо наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь, попку сделаем. Хай насыплет, хай насыплет. Вот, сейчас насыплет и... Чтобы я мог сесть и этот. Ты знаете, кто хочет есть, сесть и есть, когда он всегда сесть. Ты не ходишь? Ну, Таня, ну наливай. Все, слева уже я ночи. Не хочу забирать. Она мне хочет. Да ничего. У нас не это. Если я не да, тут. И что это получается? Вот это курица, да, или что? Да. Домашняя. Цибулька, чесночок. Разнообразно. Тарелки все есть? Это ровно? Да. Салфетки, Даник, салфетки. Бумажные. Так, всем есть тарелки? Нет, не всем. У меня нет. Давай, тебе такой. Хорошо. Быстро данный борщ. Да борщ ты что, мировой? Нет, сейчас уже разучились в Украине такие варить. На дровах, на казанчику, на природе. На природе. Это...
перчик, чеснок, цибулька. Надо привыкать. Так, Маша. Ну да. Давайте. Мы помолились, конечно, уже можем есть. Вот настоящие казаки берут лучок. Лучок. Цибулю берут казаки. А, как в нашем селе. Коло Владимира. Хлопці. Смачно чи ні? Дуже смачно. Я без хліба даже лук кусив. Не лук, а цибуля. Лук це. Смакує, значить добре.